Меня особо радовали всегда победы. Победы, когда гибли сотни морских пехотинцев, тысячи спецназовцев с каких-то элитных войск. Меня радовали победы, когда украинский танкист подбивал два российских танка, один потом привязывал и привозил себе. Меня радовало, когда президент страны награждал за эти подвиги. Меня радовало, когда президент страны сообщал о разгромленной бронеколонне техники, российской техники, а потом не показывал координаты, где она разгромлена. Меня все это радовало, меня все это интересовало. Почему? Потому что я люблю историю. В свое время скандально, скажем так, известный император Калигула объявил войну богу Нептуну. И он привел свои войска там на берег водоема, я не помню, там море, наверное, и приказал атаковать. Войска атаковали бесстрашно путем вбрасывания своих копий в водную гладь. Нептун был повержен. Сегодняшние учения, данные о которых просочились в прессу, вот мне напоминают кое-что. Я думаю, скоро нужно будет отпраздновать очередную победу над Нептуном.